Кензи огромное количество елок. Они растут везде, на улицах, на участках, в частном секторе. Очень красиво. Нет, так. Снова елки. На бывшей Советской площади Пензенская епархия восстанавливает собор. И рядом со строящимся собором само здание Пензенской епархии. Где учат священнослужители. Рядом с епархией великолепный грот. Очень красиво летом. Начало улицы Московской. Она пешеходная наподобие улицы Баумана в Казани. Большая часть улицы для пешеходов. И лишь в нескольких местах она пересекается автомобильным движением. На улице стоят информационные столбы с историей.
очень много. Да, упадешь. Ну, нам еще раз катить. Вот. Скверик, избушка, Баба-Яга, Белочка. Иду. С каким началом? Русалка.
такое?